ЧП в Николаеве. Ночью из-за прорыва канализации нечистотами подтопило несколько домов на пересечении двух улиц, Лескова и Даля. Чтобы стоки не попали в квартиры, люди соорудили возле домов баррикады из мешков с песком. Труба коллектора лопнула из-за коррозии. Ее проложили в 82-м году, и срок ее эксплуатации истек 11 лет назад. За последнюю неделю этот прорыв уже четвертый по счету. Только в прошлую пятницу ремонтники заменили еще одну часть этой же трубы. В водоканале сообщают, что длина аварийного участка по улице Лескова 500 метров, и чтобы полностью его заменить, нужно 20 миллионов гривен.